В Находке стартовал сезон «Зарядок на свежем воздухе». Социальный проект президента благотворительного фонда «Ника» и директора спортшколы «Приморец» Оксаны Володиной собрал сегодня активных пенсионеров. Мы открываем сезон «Зарядки на свежем воздухе» 2021. Ура! Поехали! Гостями спортивного праздника стали жители ближайших районов и участники проектов благотворительного фонда «Ника». Все они долго ждали теплого сезона, чтобы продолжить заниматься зарядкой на свежем воздухе. Кроме регулярной физической нагрузки, это еще и возможность пообщаться. Здесь в 29-м доме по США 29. Очень понравилось. Не могла, у нас нету никаких проектов для нашего возраста, для среднего, куда-то выбраться. Это вот прям глоток свежего воздуха. Перед работой я работаю... Ну, получается, есть выходные и есть возможность выйти куда-то, а получается, тупо сидишь дома, никуда ничего. Ну, я еще участвую еще в этом проекте Оксана Володина и няни и сиделки. Наш социальный проект «Зарядка на свежем воздухе» работает уже с 2018 года. Этот проект, конечно же, придуман и направлен для людей пожилого возраста города Находки. Часть проектов Оксаны Володиной реализуется на базе спортшколы «Приморец». Благодаря краевой субсидии на дорожках бесплатно могут заниматься пенсионеры в рамках проекта «Стоп старость». Я ходила на проект «Стоп старость», ходила на лечебную физкультуру. И сейчас вот со вторника буду ходить опять на проект «Стоп старость». Огромное спасибо благотворительному фонду «Ники», всем девочкам, тренеры, вообще коллектив прекрасный, очень хорошо. Что изменилось в вашей жизни после того, как вы стали ходить на этот проект? Изменилось. Многое изменилось. Ну, сидела дома, я же на пенсии не работала, а сейчас я не сижу дома. Я хожу, я гуляю, я вот сюда вот хожу. Сейчас будет зарядка на свежем воздухе по утрам. Я хоть и живу далеко на спортивной, но все равно буду ездить. Ну, что изменилось? Здоровье поправилось. Да. Чувствую себя очень хорошо. Ну и настроение всегда хорошее. Подсадили, по-русски говоря. Сейчас муниципальная спортшкола формирует группы для занятий по воскресеньям. Никогда раньше бассейн не работал в воскресный день. Планируем запустить новый проект. Это «Папа плюс», это семейный аквафитнес, ранее я уже говорила об этом, по воскресеньям. Для бесперебойной работы спортшколе не хватает только ремонта. Но и этот вопрос Оксаной Володиной уже поднят в администрации города. Глава дал такое указание, что подготовить перечень проблемных вопросов нашего учреждения. Это и чаша бассейна, это и гидроизоляция, это и теплые полы бассейна, и система вентиляции, и система теплоподготовки воды. Также у нас есть проблемы по некоторым вопросам, там и лифт у нас не работает, то есть есть перечень необходимых вопросов, которые уже надо срочно решать. Мы планируем с июня месяца закрыть полностью учреждение для ремонта, для капитального ремонта. Еще больше информации о проектах президента благотворительного фонда «Ника» Оксаны Володиной можно узнать в официальном инстаграм-аккаунте общественной организации.